Друзья мои, на пересечении первого проезда улицы Песчаной есть культовая столовая B52. Кафе, столовая, она так и называется. Давайте посмотрим, что здесь есть. Я неоднократно снимал на нее обзоры. Сегодня мы просто глянем по ценам. А что, цен нету? Цен тут пока нету. Придется так смотреть. Так. Обычно там на входе так клево было, зашелся, ценники висят. Какао, кисель по полтиннику, компот 35, пирожки одна штука 100 рублей. А вот видите, ценники можно увидеть. Салат витамин 60 рублей, салат оливье 99. Я надеюсь, что вы разглядите, будет все видно. Сгущенка топинги. Творожная запеканочка за 97. Сырники 2 штуки 100 рублей стоят. Вторые блюда можно увидеть. Еще вторые блюда. И первое блюдо. Зеленый борщ с овощами, допустим, 85. Борщ постный 55 рублей. Суп лапша по-домашнему 85. Борщ кубанский 75. То есть ценники приятные. Выглядит это все тоже довольно-таки симпатично и красиво. Такие лодочки с овощные 120 рублей стоят. Наггетсы, перец фаршированный 105, голубцы по 99, это за 100 грамм. Ценники рулет 125 рублей 100 грамм, тефтели 50 рублей, рыба навага 100 грамм 90, котлета мясная 90, отбивная праздничная 140 рублей. Красота. Столовая прям очень пользуется популярностью. Сейчас, правда, маловато людей, и у нас 10.44, то есть все на море. А так тут прям большущие очереди обычно. Люди сидят, только вот жалко, что на входе цены полгода. Так было прикольно, заходишь сразу, ценники посмотрел, шел. Также есть бар купить напиточки, то есть все довольно-таки симпатично. Пишите, как вам. Если я здесь ели, тоже будет интересно ваши отзывы.